Представляю вашему вниманию сервисный центр GSM Moscow. Самые низкие цены, а также интернет-магазин Складис, продажа запчастей по всей России. Всем привет, с вами GSM Moscow. Сегодня мы заменим экран на iPhone 7 Plus. Приступим. Для начала необходимо открутить два нижних винтика. Теперь нам необходимо отщелкнуть дисплейный модуль от корпуса. Если на вашем аппарате перестал работать экран, к примеру, если он разбит, то понятно, его нужно менять. Но если у вас, к примеру, не работает сенсор, либо полоса на экране, то это в 90% случаев тоже нужно менять экран. А в 10% случаев проблема может быть иная. Отщелкиваем дисплейный модуль. Делаем это аккуратно. Начал. Теперь нам необходимо открутить 4 винтика. Откручиваем. Теперь необходимо снять металлическую защиту. Отсоединить шлейфа дисплейного модуля. Далее откручиваем 3 верхних винтика. Снимаем металлическую защиту и отсоединяем шлейф. Отсоединили. Теперь нам необходимо снять все детали с дисплейного модуля. Это верхний шлейф, динамик и кнопка Home. Приступим. Откручиваем динамик и фронтальную камеру. Открутили, убираем металлическую защиту и вынимаем слуховой динамик. Теперь нам необходимо открутить винтики с дисплейного модуля. Их довольно-таки много. Откручиваем. Винтики складывайте так, чтобы откуда выкрутили винтик, туда и вкручивайте. Не путайте винтики местами. Откручиваем. Видео я убыстрил, так как это нудноватая процедура довольно-таки. Теперь нам необходимо открутить держатель кнопки Home. И последний винтик открутили. Теперь убираем держатель кнопки Home. Далее необходимо отсоединить кнопку Home. Делайте это очень аккуратно, не повредите кнопку Home. Она довольно-таки нежная. И отклеивайте ее потихоньку. Все вынимаем. Вынимаем металлическую пластину. Делайте это аккуратно. Отклеиваем шлейф потихоньку. Он приклеен к металлической пластине. Все. Теперь необходимо снять верхний шлейф с фронтальной камеры.
Для начала снимаем направляющую фронтальной камеры. И необходимо отклеить верхний шлейф. Делайте это аккуратно, не повреждайте его. Так как если вы его повредите, у вас может не работать фронтальная камера, датчик приближения, либо слуховой динамик. После замены дисплейного модуля обязательно проверьте работоспособность всех этих деталей, которые я перечислил. Ну, соответственно, также вам нужно проверить кнопку Home, так как вы ее тоже снимали. Не могли повредить. Но тут ничего сложного нету. Отклеивайте не спеша. Все, сняли верхний шлейф. Теперь необходимо все детали, которые мы сняли с дисплейного модуля, установить на новый дисплей. Берем металлическую пластину и устанавливаем ее. Я включу перемотку, так как мы уже снимали металлическую пластину и откручивали ее. То есть просто делаем все в обратном последовательности. Ничего сложного нет. Не путайте винтики. То есть откуда выкрутили, туда и вкручивайте. К примеру, если вы вкрутите, допустим, винтик, который стоял на металлической пластине держателя шлейфов дисплейного модуля, вкрутите, допустим, в кнопку Home, то вы пробьете дисплейный модуль, так как там винтики более длинные. Теперь нам необходимо подключить кнопку Home. Для этого ее вставляем в дисплейный модуль. И подключаем. Далее устанавливаем металлический держатель кнопки Home. Тут самое главное, не перепутайте винтики. То есть если тут вкрутите винтик более длинного размера, то вы пробьете дисплейный модуль насквозь. И с другой стороны дисплейного модуля у вас будут характерные такие вот, как сказать, такие кружочки, пятнышки от самих винтиков. Устанавливаем. Все, закрутили. Теперь нам необходимо установить верхний шлейф и слуховой динамик. Ставьте его ровно. Ну, грубо говоря, точно так же, как он и стоял. То есть, если вы его, допустим, чуть-чуть вбок сместите, у вас не будет работать датчик приближения. Устанавливаем направляющую фронтальную камеру. Обязательно ее поставьте, не забудьте. Устанавливаем слуховой динамик. Теперь необходимо установить металлическую защиту и прикрутить ее. Также напоминаю вам, не путайте винтики. Откуда выкрутили, туда его и вкручивайте. Все прикрутили. Теперь необходимо установить дисплейный модуль. Устанавливаем. Подключаем для начала верхний шлейф.
Далее подключаем дисплейный модуль к печатной плате. Теперь устанавливаем металлическую защиту, прикручиваем на 3 винтика. Теперь металлическую пластину дисплейного модуля и прикручиваем на 4 винтика. Все, теперь необходимо защелкнуть дисплейный модуль. Аккуратно защелкиваем. Закручиваем 2 нижних винтика и все. Мы вам показали, как самостоятельно произвести ремонт. Все необходимые запчасти вы можете приобрести у нас в интернет-магазине. Продаем запчасти по всей России. Либо обращайтесь в наш сервис-центр, где мы устраним любую поломку профессионально. Всем пока, подписывайтесь на канал, ставьте лайки.